Сегодня пастор Рик будет говорить на тему «7 факторов, мешающих и помогающих ответу на молитвы». Это будет очень важная, очень особенная проповедь. Если вы еще не пригласили своего друга, обязательно приглашайте. И, друзья, пишите заметки. Это действительно будет важная проповедь. Заметки вы можете потом поделиться с другими людьми. Вы можете рассказать потом о том, что вы сегодня слышали. Давайте присоединимся, вместе будем славить Господа. Воздай ему славу. Если тебе есть за что славить его, воздай ему славу. Громкие аплодисменты для нашего царя. Аллилуйя! Воскликни ему! Воскликни ему! Аллилуйя! Мы будем славить его, потому что он один достоин всей хвалы. Славим Твое имя, славим Твое имя.
лишь тебя одного. Аллилуйя! Добрый день! Добрый день, Иисус Господь! Аминь! Аминь! Я поздравляю вас всех сегодня с праздником. Сегодня мы продолжаем праздновать День Победы. Но и также сегодня мы воздаем нашему Богу хвалу, потому что Он один достоин хвалы. Аминь! Аминь. В псалмах написано: «Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его». Это то, что мы сегодня будем делать. Мы благословляем имя Его. «Ибо благ Господь». Давайте вместе скажем: «Ибо благ Господь». Еще раз: «Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его из рода в род». Аминь. Господь, я благодарю Тебя, что сегодня мы можем быть вместе. Благодарю Тебя, Господь, что сегодня мы можем открыто прославлять Тебя. Благодарю Тебя, Господь, что мы можем здесь, в этом месте, воздать Тебе хвалу. Мы отделяем для Тебя, Господь, это время хвалы, поклонения, молитвы. Мы сегодня готовы услышать Слово Божие. Слово для каждого из нас. Мы принимаем это во имя Иисуса. И все вместе сказали «Аминь». Если вы сегодня с нами в прямом эфире, добро пожаловать. Мы так рады, что вы сегодня с нами. Поклоняйтесь сегодня вместе с нами. Вы можете встать, руки поднимайте, хлопать, когда мы хлопаем, молиться, когда мы молимся, потому что вместе мы поклоняемся нашему Богу. Церковь, аминь. Давайте вместе провозгласим то, во что мы веруем. Мы веруем в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, Иисуса Христа, Единородного Сына Божьего, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, рожденного от Марии Девы, страдавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, сошедшего в ад, воскресшего в третий день из мертвых, вознесшегося на небесах, сидящего одесную Бога Всемогущего Отца, откуда Он придет судить живых и мертвых. Мы веруем в Духа Святого и в крещение Духом Святым, в единую святую христианскую церковь, в общение святых, в прощение грехов, в воскресение тела и в жизнь вечную. Все вместе громко сказали «Аминь». Вы готовы слушать Божье Слово сегодня? Аминь. Аминь. I want you to open your Bibles. Приглашаю вас открыть Библию. To the book of Psalms. Псалмы. And today I want to give you seven factors. Сегодня я хочу перечислить семь факторов. That delay or hinder answers to prayer. Которые влияют на получение ответов на молитву или мешают получить ответ на молитву. I want you to get a piece of paper. Вам нужна бумага. I want you to take good notes. Пожалуйста, конспектируйте. Because today we're really going to have a Bible study. Потому что сегодня мы устроим настоящее изучение Библии. Today I'm preaching on this. Я буду проповедовать сегодня именно об этом. Because everyone wants their prayers to be answered. Потому что все люди хотят, чтобы они получали ответы на молитву. And if there's anything that is hindering your ability to receive from God. И если есть какая-то вещь, которая мешает вам получать ответ от Бога, you would want me to tell you. Ну, конечно же, вы хотите, чтобы я вам об этой вещи рассказал. So today I'm going to tell you. Поэтому я сегодня буду говорить about seven things, о семи вещах, which will stop you from receiving an answer from heaven. Которые не позволяют получить ответ с неба. And I want you to write down all seven of these. Пожалуйста, things. Запишите эти семь факторов. But let's begin with prayer. Давайте начнем с молитвы. Just reach out and take somebody's hand. Возьмитесь за руку с ближним. Father, we thank you in the name of Jesus. Отец, благодарим тебя во имя Иисуса. That we can be gathered together in this place today. За то, что мы сегодня смогли собраться здесь. Father, your word says. И слово твое говорит. Where two or three of you are gathered together in my name. Что где двое или трое собраны во имя твое. There you are. То ты посреди. And Lord, we know that you are here. И мы знаем, Господи, что ты здесь. And Lord, we pray for people that are gathered with us by internet. И мы молимся за тех, кто смотрит нас через интернет, кто с нами. They are with us right now. Через интернет они также с нами. And Lord, I pray that you would be there. И я молюсь, Отец, чтобы ты был там с ними. We thank you for the word of God. Благодарим тебя за слово твое. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.
Now I'm just going to be real blunt. Я буду говорить честно. Because I want to teach you. Открыто, потому что я хочу учить вас. About things that stop us from receiving answers to our prayers. О тех вещах, которые мешают нам получить ответы на молитвы. In our ministry. В нашем служении. We receive letters from thousands of people. Есть множество писем, которые мы получили от тысяч людей. And people say. Которые пишут. I'm praying in faith. Я молюсь, стою в вере. I'm believing. Верю. I've been believing for a long time. Уже давно верю. Can you tell me why I haven't received an answer? Вы могли бы объяснить, почему я еще не получил ответа на молитву? Итак, сегодня мы объединим и перечислим семь причин, по которым люди не получают что-то от Бога. Первое. Греховные помышления. In Psalm 66:18, 65-й Псалом, 18 стих, the Bible says, написано в Библии, if I see iniquity in my heart, если бы я видел беззаконие в сердце моем, now if you have an ink pen, I want you to circle that word see. Если у вас есть ручка, вот это слово подчеркните или в кружочек, видел, слово видел. If I see iniquity in my heart, если бы я видел беззаконие в сердце моем, the Lord will not hear me. То не услышал бы меня Господь. It says very clearly, ясно написано, if I see iniquity in my что heart, если я вижу в своем сердце беззаконие, the Lord will not hear me. То Господь меня не услышит. So if there's iniquity in my heart, если в сердце есть беззаконие, if I see iniquity in my heart, если я вижу в своем сердце беззаконие, it closes the ears of God to our prayers. То Божьи уши закрываются, он не слышит молитв. Well, the question is, и вот вопрос. What does it mean if I see iniquity in my heart? А что это значит, я вижу беззаконие в сердце своем? And I want you to write this down. Запишите, пожалуйста. It means, вот что это означает. If I have conceived sin in my heart, если в моем сердце был зачат грех, if I have indulged in the imagination of sin, если я заигрывал с греховными фантазиями, if I am contemplating committing sin, если я помышляю о том, чтобы совершить какой-то грех, if I deliberately purpose to commit sin again, если я знаю, что это грех, но все равно собираюсь согрешить, I'm going to say this again, я повторю, if I have conceived sin in my heart, если в моем сердце зачат грех, if I have indulged in the imagination of sin, если я заигрывал с греховными фантазиями, if I am contemplating committing sin, если я помышляю о том, чтобы согрешить, if I have deliberately purposing to commit sin again, если я знаю, что это грех, но я планирую сделать это, согрешить снова, one scholar says, один из богословов сказал, if you have some iniquity that you're not willing to abandon, что если у тебя в сердце есть какое-то беззаконие, с которым ты не хочешь распрощаться, if you have any sin, large or small, если есть какой-то грех, большой или маленький, that you are not willing to forsake, и ты не хочешь с этим грехом расстаться, then David said it very clearly, Давид ясно написал, the Lord will not hear me, Господь Господь не услышит. So there are things we do, есть какие-то вещи, которые мы делаем, close the ears of God, которые закрывают Божьи уши. You say, well, pastor, what kind of sin are you talking about? Вы спросите, пастор, о каком грехе вы говорите? It could be unforgiveness. Это может быть непрощение. It could be hatred. Ненависть. It could be something sinful in the imagination. Какие-то греховные помышления. It could be a temptation that you're meditating on, but contemplating to do. Искушение, о котором вы размышляете, и вы планируете согрешить. According to this verse, этот стих говорит, if a person deliberately imagines, что если человек, зная, что это грех, все равно себе представляет, if he considers or plans to do it, подумывает о том, чтобы это сделать, it will close the ears of God. Это закроет Божьи уши. It doesn't matter how loud you pray. Не важно, как громко ты будешь молиться. It doesn't matter how long you pray. Не важно, как долго ты будешь молиться. This condition will close the ears of God. Вот если ты в этом пребываешь, это закроет Божьи уши. There may be times, бывают моменты, when you feel you pray and your prayers go no higher than the ceiling. Когда ты чувствуешь, что молитвы твои уходят выше потолка. Well, that may in fact be the case. Может быть, вот такой случай, что они не уходят выше потолка. There may be something in you that has closed the ears of God. Что-то ты делаешь, из-за чего Божьи уши закрыты. But the question is, и вопрос следующий. What opens the ears of God? А что откроет Божьи уши? What will reopen his ears to hear our prayers? Что ты можешь сделать, чтобы заново открыть Божьи уши, чтобы он слышал твои молитвы? A prayer of repentance. Молитва покаяния. Everybody say a prayer of repentance. Скажи молитву покаяния. This is why I recommend. Поэтому я рекомендую. That you start your prayer time every day by getting quiet. Начинай свою молитву с того, чтобы побыть в тишине. And ask the Holy Spirit. Попроси Духа Святого. To show you if there's anything in you that you need to repent of. Показать тебе, что
что мешает, в чем тебе нужно покаяться? This is the first question that I ask God when I pray every morning. Это первый вопрос, который я задаю Богу каждое утро, когда начинаю молиться. I asked him this morning. Я этим утром задал Богу вопрос. Lord, as I said in your presence. Господь, вот я сейчас в твоем присутствии. Before anything else. Прежде чем я буду молиться. Is there anything in me that I need to repent of? Покажи мне, в чем мне нужно покаяться. And if the Holy Spirit shows you something. И если Дух Святой тебе что-то показывает. We know what to do. Мы знаем, что нужно делать. Because 1 John 1:9 says. If we confess our sins, что если мы исповедуем грехи наши, He is faithful and just to forgive us our sins. Он верен и праведен и простит нам грехи наши. And to cleanse us from all unrighteousness. И очистит нас от всякой неправды. Everybody say confess. Скажи исповедуем. What does that mean to confess sin? Что означает исповедовать? The Greek really means to agree with God. Греческое слово означает согласиться с Богом. To look at your sin. Посмотреть на свой грех. To see it the way that God sees посмотреть it. Посмотреть на свой грех так, как Бог на него смотрит. To feel it the way that God feels it. Ощутить то, что Бог ощущает. And to get into agreement with God about our sin. И согласиться с Божьим мнением об этом грехе. And the Bible says. И Библия говорит. If we will get into agreement with God. Что если мы согласимся с Богом. And if we will confess our sin. И исповедуем свой грех. He is faithful and just to forgive us our sin. Он верен и праведен и простит нам наш грех. That word простить. Слово простить. Means to let it go. Означает отпустит нас. He will release us from it. Освободит нас. And not only will he release us from it. И не просто освободит. But the Bible says. Но в Библии написано. He will cleanse us from all unrighteousness. Что он очистит нас от всякой неправды. That word cleanse. Слово очистит. Means he will completely eradicate it and its effect from us. Означает полностью очистит от греха и от последствий. And when we have prayed the prayer of repentance. И от эффекта греха, и когда мы произносим молитву покаяния. The ears of God are reopened to us. Божьи уши снова открываются. And we are in a position to pray. И мы можем молиться. The second thing. Второе. Which causes us to have a delay in a prayer or maybe not have a prayer answered. Второй фактор, который мешает нам не получать ответы на молитвы. Is praying incorrectly. Это неправильные молитвы. Пожалуйста, второй фактор. Number two. Второй. Praying incorrectly. Неправильные молитвы. James chapter 4. Иакова 4 глава. Verse 3. Третий стих. Says you ask and you receive not because you ask badly. Написано, просите и не получаете, потому что просите не на добро. What does that mean you ask badly? Что это означает не на добро? One translation says. Один из переводов говорит. You ask. Вы просите. And you don't receive. И не получаете. Because you ask incorrectly. Потому что просите неправильно. This means praying incorrectly. Молитвы бывают неправильными. Can stop you from receiving. An answer to your prayers. И неправильные молитвы мешают получить ответ на молитву. So it is essential that you pray correctly. Поэтому очень важно молиться правильно. What am I talking about? О чем я говорю? When I talk about praying correctly, говоря о правильных молитвах, I'm talking about praying scripturally. Я говорю о том, что нужно молиться по Писанию. And praying in agreement with the Word of God. Молиться в согласии с Божьим Словом. When you pray the Word, когда вы молитесь по Слову, regarding the needs that you are facing, о своих нуждах вы молитесь по Слову. When you pray the word, когда вы молитесь в соответствии с Божьим Словом, you are standing on solid ground. Вы стоите на твердом основании. And 1 John 5:14 says, 1 Иоанна 5:14 написано, and this is the confidence we have in him. И вот какое дерзновение мы имеем к нему. This is the boldness that we have in him. Вот какую смелость мы имеем в нем. That if we ask anything according to his will, что когда мы молимся о чем-то по воле его, according to his word, по Слову, He hears он us. Слышит нас. Everybody say he hears скажи, us. Он слышит нас. Notice it says. Смотрите, написано. If we pray anything according to his will. Когда мы молимся о чем-то в соответствии с Божьей волей. When you know that you're praying in agreement with the word of когда God. Когда ты знаешь, что молишься в соответствии с Божьей волей. It gives you boldness. У тебя появляется дерзновение и смелость. And the Bible says. И в Библии написано. He hears us. Что он тогда нас слышит. I want you to write this down. Запиши. Never forget this. И не забывай. When you pray, когда ты молишься, God is listening for His word. Бог слушает тебя внимательно, когда ты молишься по слову. If you will get in line with the word, если ты согласишься с тем, что написано в Божьем слове, your answers will come to you quicker. Твои молитвы будут отвечены скорее. Let me give you an example. Приведу пример. What is your need? В чем ты нуждаешься? Is your need healing? Может быть, ты нуждаешься в исцелении? Then find scriptures on healing. Найди места Писания, говорящие об исцелении. And when you pray, pray those scriptures. И когда ты молишься, молись по этим местам.
Do you need a relationship to be healed? Тебе нужно, чтобы были восстановлены отношения с кем-то? Then find out what the Bible says about that. Найди, что в Библии об этом говорится. Stand on those scriptures. Встань на эти места Писания. Pray those scriptures. Молись по этим местам Писания. And your answer will come. И ты получишь ответы. Do you need finances? Нужны деньги? Find out what the Bible says about finances. Найди места в Библии, которые говорят о финансах, о деньгах. Obey those scriptures. Живи в послушании этим местам. Pray those scriptures. Молись по ним. And your answer will come. И молитвы будут отвечены. Ответы придут. Get into the Bible. Займись чтением Библии. And find out what the Bible says about your questions. Найди, что в Библии говорится о том, что тебя волнует. And pray according to the Bible. И молись в соответствии с тем, что написано в Библии. If you pray according to the Bible. И если ты будешь молиться по Библии. You are praying according to the will of God. Ты будешь молиться в соответствии с Божьей волей. And it guarantees that God hears you. И это станет гарантией того, что Бог тебя услышит. And that your answer will come. И ты получишь ответ. So number one, итак, первое, the number one reason why people don't receive, первый фактор, почему люди не получают, первая причина, is because they have some kind of sin in their heart, в сердце есть какой-то грех, and it stops the promise of God. Это мешает Божьим обетованиям исполниться. Number two, второе, they pray incorrectly. Люди молятся неправильно. Number three, третье, a lack of faith. Нехватка веры. Write that down. Запиши. A lack of faith. Нехватка веры. In Mark chapter 9, Марка 9 глава, verse 23. Mark 9, verse 23. Jesus said, Иисус сказал, if you can believe, если сколько-нибудь можешь веровать, all things are possible to him that believes. Все возможно верующему. Let's say it out loud like we believe. Давайте скажем вместе с верой. If you can believe, если можешь сколько-нибудь веровать вместе, all things are possible to him that believes. Все возможно верующему. That is the truth. Это правда. Jesus said it very clearly. Иисус ясно сказал. If you can believe, если можешь веровать, all things, все. He didn't say some things. Он не сказал некоторые вещи. He said all things. Он сказал все. Are possible to him that believes. Возможно верующему. That is a principle of faith. Это принцип веры. But if you take that same principle and turn it around, и от обратного. It says, написано тогда будет, if you don't believe, если не веришь, nothing will be possible. То ничего не будет возможным. So if you believe, если веришь, all things are possible. Все возможно. But if you don't believe, от обратного не веришь, or if you have a lack of faith, если у тебя нехватка веры, nothing will be possible. Ничего не будет возможным. And I'll tell you about me personally. Я хочу о себе лично сказать. When God gives me a new project, когда Бог поручает мне новое задание, новый проект, or if we receive a new order from heaven about what our ministry is supposed to do, когда приходит новое задание с небес для нашего служения, or what this church is supposed to do, что-то наша церковь должна сделать, мы получаем задание. I immediately begin to work on my mind. Я сразу начинаю заниматься состоянием своего мозга, своего разума. God has told me I can do something. Я знаю, что если Бог говорит мне, что я что-то могу, then I can do it. Тогда я могу. Because I can do all things through Christ who strengthens me. Потому что я могу все во Христе, который укрепляет меня. And God would not ask me to do something that I cannot do. Но Бог не будет поручать мне что-то, что я не могу. So I go to work on my mind. Я начинаю заниматься состоянием своего разума. And I begin to read the Word of God. Я начинаю читать Божье слово. And I begin to renew my mind. Начинаю обновлять свой разум. And I begin to work on my thinking. Начинаю работать над своим мышлением. I adjust my thinking. Я свое мышление меняю и подстраиваю его. Now it is up to me. Теперь уже зависит от меня. To bring my level of thinking up. И я должен подняться на новый уровень в мышлении. To bring my believing up. Моя вера должна возрасти. I've got to say what God says. Я должен начать говорить то, что говорит Бог. Think what God says. Думать так, как думает Бог. Believe what God says. Верить в то, что говорит Бог. And I work very hard on this. И я уделяю этому огромное внимание и прикладываю старания. Right now. Сейчас. I'm releasing my faith for Гульянова. Я стою в вере за район Гальянова. Because this is our parish. Потому что район Гальянова является нашим приходом. This is where the people live within the shadow of our church. Вот люди живут рядом с нашей церковью именно в районе Гальянова. And when I drive into Гальянова, и когда я еду через Гальянова, I am speaking to myself. Я говорю себе. This is my church. Это моя церковь. Every person in this community. Все люди здесь в этом районе. They know about my church. В этом регионе знают о моей церкви. They are going to come to my church. И они придут в мою церковь. I'm speaking to myself. Я говорю себе. I've learned. И я понял. That if I can get my faith level come up to where it needs to be. Что если моя вера поднимется на должный уровень. There is literally nothing impossible to him that believes. То не будет ничего невозможного для того, кто верит. So make sure that you're thinking and believing correctly. Старайся думать и верить правильно.
Because what you believe, потому что во что веришь, is exactly what you receive. То и получишь. Everybody say that. Скажи, во что, what you believe, во что веришь, is exactly what you will receive. Именно это и получишь. And a lack of faith, нехватка веры, will hinder your prayers. Помешает тебе получать ответы на молитвы. Number four, четвертый фактор, a negative confession. Негативное исповедание. Oh, this is so important. О, очень важный фактор. You say, Pastor, what do you mean by a negative confession? Вы спросите, пастор, что вы имеете в виду, говоря о негативном исповедании? If you pray one way, если ты молишься об одном, but then you talk another way, но тут же говоришь вещи противоположные молитве, your words can cancel your prayer. Ты своими словами отменишь свою молитву. For example, например, if you say, если ты говоришь, oh, I'm really praying and believing for my finances to turn around. Я верю о том, чтобы финансовая ситуация улучшилась в моей жизни. That's what you pray. Ты молишься об этом. And then you immediately say, потом сразу же после молитвы, I'm so worried about my finances. О, я так переживаю о своих деньгах, о своих финансах. I think my finances are just going to go down the drain. Я думаю, что у меня денег будет все меньше, 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 меньше. Your words have already canceled the effect of your prayer. Ты своими словами отменяешь свою молитву. Your words, твои слова, can cancel the effect of your prayer. Отменить результат молитвы. You've got to get your mouth and your heart saying the same thing. В твоем сердце должно быть то же, что ты говоришь, и ты должен говорить то, что в твоем сердце. Write this down. Запиши. Matthew 12:37. Матфея 12:37. Очень сильный стих. Jesus said, Иисус сказал, for by your words you'll be justified, ибо от слов своих оправдаешься, and by your words you'll be condemned, и от слов своих осудишься. By your words you'll be justified, ты своими словами оправдываешься, and by your words you'll be very condemned, и своими словами ты осуждаешься. So Jesus says it clearly. Иисус ясно сказал. Your words justify you. Твои слова тебя оправдывают. Or your words condemn you. И они же тебя осуждают. So you've got to be very careful with your words. Поэтому ты должен быть очень осторожен в том, что ты говоришь. And if you pray a positive thing, и если ты молишься о чем-то позитивном, but then start speaking negative things, и начинаешь говорить негативные вещи, your negative words will cancel your positive prayer. Твои негативные слова отменят твои позитивные молитвы. Write down the scripture. Запиши место Писания. Proverbs 18. Притча 18 глава. Verse 21-22. Стихи. Listen to this powerful verse. Послушай, что написано в этих сильных стихах. It says, a man's belly shall be filled with the fruit of his mouth. От плода уст человека наполняется чрево его. And with the increase of his lips he shall be filled. И произведением уст своих он насыщается. Death and life are in the power of the tongue. Смерть и жизнь во власти языка. So what you say is very important. Очень важно, что ты говоришь. Our words have creative power. Наши слова обладают силой творить и созидать. And if you want your life to be blessed, и если ты хочешь, чтобы жизнь твоя была в благословении, and if you want your life to be filled with good things, если ты хочешь, чтобы в твоей жизни было много хороших вещей, then you've got to get your mouth in agreement with your prayers. Что твои слова должны соответствовать тому, что ты молишься. If you pray for blessing, если ты молишься о благословении, then don't walk out and start speaking curses. Не надо после молитвы своими словами насылать проклятие. Listen very carefully. Послушай внимательно. Saying the right things when you leave prayer. После молитвы надо говорить правильные вещи. Is just as important as what you say when you are in prayer. И то, что ты говоришь после молитвы, настолько же важно, как то, что ты говоришь во время молитвы. Saying the right things when you leave prayer. После молитвы надо говорить правильные вещи. Is just as important as what you say when you're in prayer. Это так же важно, как то, что ты говоришь во время молитвы. But a negative confession, негативное исповедание, can keep you from receiving your answer from heaven. Помешает тебе получить ответ с небес. Number five. Пятое. Bad relationships. Испорченные отношения. In Matthew 5. Матфея 5 глава. Please write this down. Запишите, пожалуйста. Matthew chapter 5. Матфея 5 глава. Verse 23-24. 23-24 стихи. Jesus said. Иисус сказал. If you bring your gift to the altar. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику. And there you remember your brother has ought against you. И там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя. Leave your gift before the altar. Оставь там дар твой перед жертвенником. Go your way. Пойди. First, be reconciled to your brother. И сначала примирись с братом твоим. And then come and offer your gift. И тогда приди и принеси дар твой. According to this verse, этот стих, if we have something wrong in our heart towards someone else, говорит нам о том, что если в нашем сердце есть что-то против другого человека, that can create a blockage, из-за этого может появиться препятствие, which keeps us from receiving an answer to prayer, которое помешает тебе получить ответ на молитву. So it's very important for us to keep our relationships in order. Поэтому важно поддерживать
поддерживать и сохранять правильные отношения. If we want our prayers to be answered. Для того, чтобы получать ответы на наши молитвы. And Jesus clearly taught. Иисус ясно учит. If you're praying. Что если ты молишься. If you're worshiping. Если ты поклоняешься. And all of a sudden. И вдруг. You think of someone with whom you do not have a right relationship. Ты вспоминаешь человека, с которым у тебя не очень хорошие отношения. Go make it right if you possibly can do it. Пойди и примирись, если можешь. This is the Holy Spirit. Дух Святой. Alerting you to something that can block your ability to receive from God. Показывает тебе что-то, что мешает тебе получать ответы на молитвы. I am not recommending. Я вам не советую. That you stop and say, "Oh, I'm going to dig around in my past." Начать копаться в своем прошлом и надумывать что-то. I'm going to try to think up every bad relationship I ever had. Не пытайтесь надумать какие-то плохие отношения, не надо. Because we can all think of something bad. Потому что каждый из нас в прошлом какие-то гадости делал и делались гадости нам. But Jesus was talking about. Но Иисус говорит о том. When you're at the altar. Что когда ты приходишь к алтарю. When you're in a time of prayer. Когда ты начинаешь молиться. When you're in a time of worship. Когда ты поклоняешься Богу. And suddenly your mind goes to a person that has a grudge against you. И вдруг тебе на память приходит человек, который имеет что-то против тебя. Or against whom you have a grudge. Или у тебя есть против что-то. This is the work of the Holy Spirit. Дух Святой показывает тебе. Bringing conviction to your heart. Обличает твое сердце. And if he brings it to your heart. Если Дух Святой показывает что-то твоему сердцу. You need to take care of it. Тебе нужно с этим разобраться. Listen carefully, church. Послушай внимательно, церковь. When we have abused a brother or sister in the body of Christ. Когда мы неправильно поступили с братом или сестрой в теле Христовом. Whether we did it intentionally or unintentionally. Сделали мы это специально или нечаянно. God wants us to get it right. Бог хочет, чтобы мы примирились и восстановили отношения. And ignoring what the Holy Spirit shows you. И если ты будешь игнорировать то, что Дух Святой тебе показывает. May affect your ability to receive what you need from God. Помешает тебе получать от Бога то, о чем ты молишься. Don't take the risk. Не рискуй. If the Spirit of God is telling you to get a relationship right, если Дух Святой говорит тебе с кем-то наладить отношения, do it as quick as you can. Сделай это как можно скорее. Number six. Шестой фактор. Number six. Шестой. Spiritual opposition. Духовная оппозиция. In Ephesians 6. И в Ефесянам 6 главе. Verse 12. В 12 стихе. The Bible tells us. Написано в Библии. That there are spiritual powers. Что есть духовные силы. Principalities, powers. Начальства и власти. Rulers of the darkness of this world. Мироправители тьмы века сего. Spiritual wickedness. In high places, духовная нечистая сила, and that these forces try to oppose us. Эти духовные нечистые силы пытаются нам противостать. And it may be that your answer is on the way. И может быть твой ответ уже идет к тебе. But it's coming slowly. Но он идет медленно. Because of spiritual opposition. Из-за того, что есть духовная оппозиция. In Daniel chapter 10. Даниила 10 главе. I want you to write that down. Запишите. Daniel chapter 10. Даниила 10 глава. And in your Bible time, I want you to go and read Daniel chapter 10. Когда вы читаете Библию. Прочитайте 10 главу Даниила. The Bible tells us, написано в Библии, that Daniel prayed, что Даниил молился, and he fasted, и он постился. And at the end of 21 days, и прошел 21 день, an angel came, приходит ангел, and the angel said, Daniel, и ангел говорит, Даниил, I have come because of your words, я пришел по словам твоим, and I would have come quicker, и я бы пришел раньше. But for 21 days, но 21 день, I have been fighting principalities and powers that stood against your answer. Я сражался с начальствами и властями духовными силами, которые мешали тебе получить ответ. In order for Daniel to get his answer, и Даниилу, чтобы получить ответ, he had to press into the spirit. Пришлось пробиваться в духовном мире. He had to press in with prayer. Ему пришлось пробиваться в молитве. He was so serious, he added fasting to it. Но он настроился серьезно, и он начал поститься. Spiritual opposition is real. Духовная оппозиция реально and существует. Many times when we're praying, и очень часто, когда мы молимся, the answer is dispatched. Ответ уже начинает идти к нам. But there are spiritual powers which try to stop it. Но есть духовные силы, которые пытаются остановить этот ответ. And in those moments, и в эти моменты, Colossians 4 verse 2, Колоссянам 4:2 написано, says we have to continue мы должны пребывать в молитве. The Greek actually says we have to press harder into prayer. В греческом написано, нужно пробиваться в молитве еще сильнее. Еще продолжай. Continue. Продолжай, пребывай Continue. В молитве. Пребывай. Spiritual opposition is real. Духовная оппозиция реально существует. And you have to break its power. И ты должен разбить силу духовной оппозиции. And sometimes духовного it takes противостояния, time. И на это уходит время. Number seven. Седьмой фактор. Sometimes. Иногда. The answer is delayed simply because of time. Ответ задерживается просто потому, что есть фактор времени. As human beings, мы люди. We love for everything to happen now. И нам людям нравится, когда все происходит сразу же. How many of you want everything to happen fast? Кто хочет, чтобы все сразу происходило?
происходило. That's human nature. Мы люди, таковы, такова наша природа. We pray and immediately receive an answer. Мы хотим помолиться и сразу получить ответ. But listen carefully. Послушай внимательно. Very often there is a timing involved to the answer of our prayer. Очень часто существует временной фактор. And I want to use the example of a farmer. И в качестве примера фермер, тот, кто занимается сельским хозяйством. When a farmer plants a seed, когда фермер сажает семена, he expects increase. Он ожидает, что эти семена взойдут и будет рост. But he doesn't expect it the next morning. Но фермер же не ожидает, что на следующее утро что-то прорастет. Imagine how ridiculous it would be. Представляете, насколько было бы глупо, for a farmer to say, если бы фермер сказал, I'm quitting the farming business. Я больше не буду заниматься сельским хозяйством. I planted those seeds yesterday. Вчера посадил семена. I got up this morning. Утром просыпаюсь. I don't see any evidence of growth. Ничего не выросло. I'm tired of waiting for those seeds to manifest. Я уже устал ждать, когда появятся ростки. This doesn't work. Ничего не получается. I planted yesterday. Вчера посадил. I see nothing. Ничего не растет. I'm quitting the farming business. Не буду больше заниматься сельским хозяйством. We need to understand. Мы должны понимать. It takes time for seeds of prayer to take root. Что семенам молитвы нужно время, чтобы появились корни. And once they take root. И как только появляются корни. You need to keep praying. Нужно продолжать молиться. Because they need to be nourished with prayer. Потому что нужно кормить или удобрять молитву. And when they finally do begin to break up through the soil. И как только появляются ростки. It takes time for them to mature. Уйдет время на то, чтобы они выросли и созрели. So they can start bearing fruit. Чтобы появился урожай, появились плоды. Timing is a factor in any kind of harvest. Время является неотъемлемым фактором получения урожая. And learning to wait. Ты должен научиться ждать. Is an important lesson in life. Это важный жизненный урок. I recently had lunch with someone. Недавно я обедал с одним человеком. And he said to me. И он мне сказал. He said, "Well, you know, I used to give the tithe." Вы знаете, я раньше отдавал десятину, сказал мне этот человек. He said, "I was very faithful about giving the я tithe." Я верно отдавал десятину. He said, "I gave and gave and gave and gave." Отдавал. He said, "I gave toward that building." Я жертвовал на здание. And he quit going to our church. И потом он перестал ходить в нашу церковь. Because. Потому что. He never saw the building. Он не так и не увидел здание. And when I had lunch with him, I said, "Well, that's very unfortunate." И я с ним когда обедал, я сказал, вы знаете, какая жалость. Because today we're all sitting in the manifestation of your seed. Потому что мы все уже сегодня переехали в новое здание, мы наслаждаемся плодами здания. There is a timing to harvest. Нужно дождаться урожая. Everybody say amen. Скажи аминь. There is a timing to harvest. Урожая нужно дождаться, уходит время. There is a different timing to every kind of seed. И каждое семя, каждая культура созревает и уходит разное время на созревание нашей разной культуры. If you plant wheat, если ты сажаешь пшеницу, it's going to have a harvest in one season. Пшеница созревает в определенное время. If you plant corn, сажаешь зерновые культуры, it will have a different season. Кукурузу другое время созревания. Every seed, у каждого семени, у каждой культуры свое время созревания. And the Bible tells us this. И Библия говорит нам. In Galatians 6 verse 9. Говорит об этом в Галатам 6 главе 9 стихе. Запиши. Galatians 6 verse 9. Галатам 6:9. If you have time, turn in your Bibles to this verse. Когда у вас будет время, откройте этот стих. Because it's such an important verse. Потому что важный стих. It says, "Let us not be weary in well doing." Написано, делая добро, да не унываем. The Greek actually says, "Let's not get tired and give up." В греческом написано, не надо уставать и сдаваться. Doing the things that are right. Когда поступаешь правильно. For in due season. Ибо в свое время. Everybody say свое время. Скажи в свое время. We shall reap. Пожнем. If we faint not. Если не ослабеем. Now we usually use this verse in regard to finances. Обычно мы используем этот стих, говоря о финансах. And it's true about finances. С финансами так дело обстоит. But it is also true about prayer. Но также это относится и к молитве. It says, написано, "Let's not get tired and give up in doing the things that are right." Когда ты поступаешь правильно, не устань и не брось заниматься правильными вещами. For in due season, ибо в свое время, when the time is right, когда придет правильное время, we will reap. Пожнем. Now the truth is, правда заключается в том, that often it feels like we wait forever for our prayers to be answered. Часто мы ощущаем, что просто уже вечность мы ожидаем ответа на молитву. We started this building program in the year 2003. Мы начали нашу строительную программу в 2003 году. And sometimes, иногда, it felt like it was taking forever. Было ощущение, что мы будем вечно ждать. But the Bible says, но Библия говорит, don't get tired and stop doing what is right. Не переставай поступать правильно, не устань. What do you do?
Что же делать? You keep doing it. Продолжай you заниматься keep doing правильными it. Вещами. You keep doing it. Поступай правильно, you keep делай doing правильные вещи, you keep делай doing правильные it. Вещи, делай правильные. Ибо в свое время, in due season, в свое время, you will reap. Пожнешь. It might seem like it's taking forever может for your prayers казаться, to be answered. Может казаться, что ты уже целую вечность ждешь. But do you know that most of the time, но ты знаешь, что чаще всего, the answer is already in development. Ответ уже идет, уже все обустраивается, развивается. It's like a farmer who puts his seed into the ground. Когда фермер сажает семя, сеет семя. He can't see what's happening under the soil. Он не видит того, что происходит там внутри под землей. But under the soil. Но там в земле. Roots are beginning to grow. Появляются корни. That seed is beginning to take roots. Семя пускает корни. You can't see it. Ты не видишь этого. But the answer is already in development. Но ответы уже идут. I've told you this story before. Я уже рассказывал вам. When I was a young man, когда я был молодым человеком, I decided that I was going to plant corn. Я однажды решил посеять кукурузу. How many of you remember this story? Кто помнит, я рассказывал историю? And so I planted corn. И я посадил кукурузу. And oh, it was so beautiful, my rows. И у меня там были красивые розы, мне flowers. I like everything to be orderly. Мне нравилось все сажать, сеять так, чтобы был порядок, грядочки в порядке. So every row was perfect. Все рядочки прямые. Дочками я сажал, я так радовался, сеял. Я ожидал. Ожидал, что у меня будет кукуруза, которую я сам вырастил и буду кушать. Я с нетерпением ждал, когда же я пойду срывать початки кукурузы. И я принесу свои початки на кухню. И попрошу маму сварить мои початки, приготовить. На следующий день иду туда, где я посеял кукурузу, и ничего там нету. И я подумал, что не так с моей кукурузой? Я еще денек подождал, и еще смотрю, ничего не растет. Жду еще 3-4 дня, ничего не растет. Я взял свою лопаточку и сказал, there's something wrong with this seed. Что-то не так с семенами. Surely, if this seed was growing, я подумал, если бы семя это могло расти, there would be some kind of manifestation. Уже бы проросло, должно было бы прорасти. And because I couldn't see a manifestation, и я не видел ростков. I dug up my seeds. Я вырыл свои семена. I выкопал. Dug up one seed. Достаю семя. And it had beautiful roots. А там такие красивые корешки. I dug up the next seed. Следующее вырываю, следующее семя, еще одно семя. Until finally, и наконец, I had two handfuls of seeds. У меня две пригоршни моих семян. Filled with roots. Уже все проросшие, все дали корни. They were just getting ready to grow up through the top of the soil. Уже готовились пробиться. I destroyed my harvest. Я сам уничтожил урожай. Because I didn't understand. Потому что не понимал. The answer was in development. Что ответ уже идет, рост есть, надо ждать. The next year. На следующий год. I decided I would plant corn again. Я решил снова посеять кукурузу. So I planted my corn. Посеял свою кукурузочку. I even prayed over my corn. Помолился за свою кукурузу. Every day I went out and looked at my corn. Каждое утро выходил смотреть. Oh, and the stalks begin to grow. Начали появляться ростки. And they begin to get very tall. И кукуруза выросла, стала высокой. And they begin to grow ears of corn. Начали появляться початки. I was so excited that it was growing я ears так of corn. Радовался, что появляются початки. But it seemed like it was taking so long for the ears of corn но to я grow. Думаю, как же долго эти початки and растут. I said, there's something wrong with those ears of corn. Думаю, что-то не так с моими початками. Well, I've been waiting weeks for them to я get же несколько недель ждал, пока эти початки вырастут. So I peeled every ear of corn я off начал of every уже stalk. Чистить початки, пока они еще на кусте, начал их очищать. And I began to pull the husk off of the ears. Начал эту кожуру снимать с початков, очищать от листьев. And there in front of me. Смотрю. Were perfectly formed little ears of corn. А там уже идеальные маленькие кукурузинки. That just needed more time надо to grow. Надо им было дать больше времени, чтобы они выросли. Again. Снова. I destroyed my harvest. Уничтожил урожай. Because I got tired of waiting. Потому что просто устал ждать.
This is exactly what happens to people when they pray. Точно так же и с людьми во время молитвы. They pray. Молятся. They say, I don't understand. И говорят, не понимаю. Why is it taking so long? Но почему так долго приходится ждать? You're watching on internet. Если вы смотрите нас через интернет. And you've been praying for something to happen. И вы молились о чем-то, чтобы что-то произошло. There is a timing to harvest. Есть фактор времени. Урожая нужно дождаться. And sometimes the harvest doesn't come as quick as you want. И иногда урожай не приходит так быстро, как вам того хотелось. But the Bible says. В Библии написано. Don't get weary in well doing. Делай добро, не ослабевай, не прекращай. For in due season. Ибо в свое, в должное время. Everybody say должное время. Скажи в должное время. We will reap. Пожнем. The things that we've been believing to receive for so long. То, за что мы так долго стояли в вере. The truth is, the reaping season is not that far off. На самом деле урожая не придется ждать очень долго. So don't faint. Поэтому не ослабей. Don't throw in the towel. Не сдавайся. Don't surrender to the discouraging voices that come to steal your joy and steal your harvest. Этим голосам, которые тебя уговаривают все бросить, не сдавайся. Stay in faith. Пребывай в вере. And your harvest will come. И твой урожай придет. Скажи аминь. So let's review. Давайте сделаем обзор. Seven factors. Семь факторов. Which can hinder or delay answers to prayer. Которые мешают получать ответы на молитвы. Talk to me. Ну, вы можете со мной пообщаться немножко? What was number one? Первый, какой фактор? Sinful meditation. Греховные помышления. Everybody say it together. Давайте вместе скажем греховные помышления. Number two. Второй фактор. Praying incorrectly. Неправильные молитвы. Number three. Третий фактор. Lack of faith. Нехватка веры. Number four. Четвертый. A negative confession. Негативное исповедание. Number five. Пятый. A bad relationship. Испорченные отношения. Number six. Шестой. Spiritual opposition. Духовная оппозиция. And number seven. Седьмой. Timing. Фактор времени. All of these things. Все эти вещи. Can delay our answer. Могут отложить приход ответа на молитву. Or even stop our answer. Или вообще помешать получить ответ на молитву. Now I have written a new little book called. Receive your answer from heaven. Я написал новую книгу, небольшая книга, которая называется «Получи ответ с неба». The subtitle says. И здесь написано, что делать, когда нет ответа на молитву. We don't have a whole lot of these. У нас этих книг не так уж много. But they are in the bookstore. Но их можно купить в книжном магазине. You can read this in one setting. Вы можете за раз прочитать эту книгу. And it will help you to reaffirm the message which you have heard today. И если вы прочитаете эту книгу, она поможет вам закрепить все то, что вы сегодня услышали. But friend, I want to tell you the most powerful thing you need to do. Друзья, я хочу вам сказать о самой сильной, мощной вещи, которую вы можете делать. Самая сильная вещь, которую вы можете делать. Это то, о чем мы сегодня говорили. Number one, первое. Make sure there's no deliberate sinful meditation in your heart. Проверь, чтобы в твоем сердце не было преднамеренных помышлений о грехе. Because David says. Потому что Давид написал. If you've got something sinful in your heart. Что если в сердце твоем есть какой-то грех. The Lord will not hear me. Господь не услышит. Скажи аминь. Number two. Второе. Giannis, what was number two? Giannis, второе, что было? Молитвы. Неправильные молитвы. Praying incorrectly. Неправильные молитвы. You've got to pray correctly. Надо молиться правильно. If you pray incorrectly. Если ты молишься неправильно. Your prayer is not going to be answered. Твои молитвы не будут отвечены. In fact, if you pray incorrectly, your prayer probably won't even be heard. Если ты молишься неправильно, твои молитвы даже не будут, скорее всего, услышаны. Can I give you an example? Можно приведу пример? One time I was very upset with someone that had done something against our ministry. Однажды я был очень рассержен на человека, который очень плохо обошелся с нашим служением, поступил плохо. And this person just kept doing it again and again. Этот человек продолжал поступать плохо, постоянно поступал плохо. And I was so upset. Я был настолько рассержен. I called Paul, Philip, and Joel. Позвонил Павлу, Филиппу и Джоэлу. I said, "Hold hands with me. We're going to pray." И сказал, давайте возьмемся за руки и помолимся. They said, "Daddy, what are we going to pray?" Они говорят, папа, о чем будем молиться? I said, "I'm going to ask God to kill that man." Я говорю, давайте помолимся, чтобы Бог этого человека убил. And Paul said, "Daddy." И Павел говорит, папа. I don't think God's going to listen to that prayer. Я не думаю, что Бог послушает эту молитву. That would not have been a prayer in agreement with the Word of God. Но эта молитва бы не соответствовала Божьему слову. I could have prayed. Я мог бы помолиться. God, give me the mercy to deal with this man. Дай мне милости, чтобы я, сумел оказать милость этому человеку. And God would have answered that prayer. И вот на такую молитву Бог бы ответил. I could have prayed. Я мог бы в молитве сказать. God, change this man's heart and bring to him repentance. Измени сердце этого человека и дай
дай ему покаяться. И Бог бы ответил на такую молитву. Но если ты молишься неправильно, ты не получишь ответа на молитву. Третье. Какой третий фактор? A lack of faith. Нехватка веры. Remember what Jesus said. Вы помните, что сказал Иисус? If you believe, all things are possible. Если веришь, все возможно. But if you don't believe, но если не веришь, nothing's possible. Ничего невозможно. So you've got to get your faith in a position to believe. Нужно, чтобы твоя вера активно верила. And if you believe, и если веришь, all things are possible то все возможно тому, кто верит. Number four. Четвертый фактор. A negative confession. Негативное исповедание. If you pray one thing, молишься об одном, you say something very positive, в молитве молишься о чем-то хорошем, oh God, heal my body, Бог, исцели меня, and then you walk out of prayer and после молитвы говоришь, oh, I'll never be healed, ой, он меня никогда не исцелит. Your words just canceled that prayer. Ты своими словами отменил молитву. By your words you'll be justified. Ты своими словами оправдаешься. And by your words своими словами you'll be condemned. Ты осудишься. Number five. Извините, номер пять. Bad relationships. Испорченные плохие отношения. Bad relationships. Испорченные плохие отношения. This is what stops many people from getting an answer to prayer. Многие люди не получают ответа на молитву, потому что с кем-то испорчены отношения. If you are at the altar, если ты приходишь к алтарю, if you are worshiping God, поклоняешься Богу, if you're reading your Bible, читаешь Библию, and you're praying, и молишься, and all of a sudden, и вдруг, the Holy Spirit brings somebody to your mind, Дух Святой напоминает тебе кого-то, and he says you've got to make this relationship right. И говорит тебе, надо исправить отношения с этим человеком. Jesus actually said, leave the gift at the altar. Иисус говорит, оставь свой дар у жертвенника. Вот насколько важно пойти и примириться с этим человеком, исправить отношения, а потом вернись и принеси свой дар. Испорченные плохие отношения помешают тебе получать от Бога. Шестой фактор. Шестой фактор какой? Духовная оппозиция. Духовная оппозиция реально существует. Есть начальство, власть, rulers of the darkness of this world, spiritual wickedness in high places, нечистые духи. And very many times when we pray in faith, и очень часто, когда мы молимся в вере, God sends the answer. Бог посылает ответ. But between God and us, но между нами и Богом, the Bible says there are principalities and powers in the heavens, что есть начальства и власти на небе. And it takes faith, и нужна вера. Continuing in faith, нужно пребывать в вере. Pressing forward in the spirit, пробиваться в духе. Sometimes adding fasting to your prayer, иногда нужно к молитве добавить пост. To break that thing down so the prayer can get to you, чтобы разрушить духовную оппозицию, чтобы молитва была отвечена и ответ с неба пришел. So you've got to continue in prayer, нужно пребывать в молитве. And number seven, седьмой фактор. Timing. Фактор времени. It may simply be timing. Возможно, просто нужно дождаться. Every harvest, у каждого урожая, every answer, у всех ответов, has свое время. Есть свое время. Скажи аминь. Has this been helpful to you today? Полезное слово вы сегодня услышали? Now, I don't want you just to say that was interesting. Не надо просто вот сказать, какая интересная проповедь. I want you to look at this list. Я хочу, чтобы вы посмотрели на этот список. And when you spend your time with the Lord, и когда вы будете общаться с Богом, I want you to go through the list. Пройдитесь по этому списку. Say, Lord, is this me? Спросите, Бог, вот это меня касается? Is this me? Это меня касается? Especially if you're waiting on an answer that has not come. Особенно если вы ждете ответа на молитву, уже ждете ответа. Say, Lord, is this me? Is this me? Спросите, Бог, это меня касается? Это меня касается? You're watching by internet. Если вы смотрите нас через интернет, you need to look at the list and say, Lord, вам нужно посмотреть на этот список и спросить, Бог, что меня касается, что ко мне относится. Is this what I need to change in my life? Вот мне в этом нужно измениться. And the Holy Spirit, и Дух Святой, will come alongside of you, придет, and he will bring you into a place of repentance, рядом, и Дух Святой поможет вам покаяться. He will remove the hindrance, Дух Святой уберет препятствия, so that you can more quickly receive that thing that you have waited from God. И вы быстрее получите то, за что вы стоите в вере. Today I want every head to be bowed. И я всех приглашаю сейчас склонить голову. Want every eye to be closed. Давайте все закроем глаза. And I want to pray for you. Я хочу за вас помолиться. Father, in the name of Jesus. Отец, во имя Иисуса. We thank you for prayer. Благодарим за молитву. We thank you that you are a God that hears us and you are a God who answers us. Благодарим за то, что ты Бог, который слышит нас и отвечает нам. And Father, I pray that by your Spirit, и я молюсь, Отец, чтобы ты своим духом, you would speak to our hearts, говорил с нашим сердцем, and show us if we have any area in our lives that are blocking the answer, и показал нам в нашей жизни те
сферы, те вещи, которые блокируют ответы. And help us by faith to remove those blockages. И помоги нам верой убрать эти препятствия. To repent of that. Покаяться. So that we can receive what we need from чтобы God. Мы получили от Тебя то, в чем мы нуждаемся. And Father, I pray that you would give us the patience. И Отец, я молюсь о том, чтобы Ты дал нам терпение. To wait for свое время. Чтобы мы дождались своего времени. For the manifestation. Чтобы пришел ответ. Of the thing that we have believed. На то, во что мы, за что мы стояли в вере. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. While every head is bowed, мы все склоняем голову. If you're here today and you've never made Jesus the Lord of your life, и сейчас я обращаюсь к тем людям, которые никогда не просили Иисуса стать Господом. You have never repented of sin. Если вы никогда не каялись в грехах. Or perhaps you are here, but you say, Pastor Rick, I walked away from the Lord. Или может быть вы готовы сказать, Пастор Рик, я отошел от Бога. And I want to walk back to the Lord. Если вы хотите сегодня вернуться к Богу. I want to rededicate my life. Если вы хотите обновить свое посвящение Богу. Maybe you've never receive the baptism in the Holy Spirit. Или может быть вы еще не крещены Святым Духом. And today you say I want to receive the baptism in the Holy Spirit. И вы сегодня хотите получить крещение Святым Духом. Or you want to become a member of the church. Или может быть вы хотите выразить желание стать членом церкви. If you are one of those people. Если у вас есть такое желание. Would you just raise your hand so I can see you? Поднимите руку, пожалуйста, покажитесь. I want to pray to become a Christian. Если вы хотите помолиться о том, чтобы вы стали христианином, поднимите руку. Спасибо. You say I want to give my, I want to rededicate my life. Если вы хотите обновить свое посвящение Господу, I want to receive the baptism in the Holy Spirit. Если вы хотите получить крещение Духом Святым, raise your hand where I can see it. Поднимите руку, я хочу вас увидеть. Покажитесь. I want us to all stand. Давайте все поднимемся. And I want us to sing. Будем вместе петь. As we wait for these to come. И мы ждем вас. Выходите вперед для молитвы. Just come directly просто toward me. Просто выходите сюда ко мне. Идите сюда. And today you're going to receive from the Lord. И сегодня вы получите это от Бога. Проходите, пожалуйста, сейчас. Ходите сюда. Не может Господь стороною пройти. Если у вас есть желание выйти, выходите сейчас. Сердце его ты впусти. Мы ждем вас. Открой ему дверь, пусть к тебе он войдет. О, как он желает войти. О, друг мой, ты сделай лишь шаг ко Христу. Взор свой к нему обрати, дарует тебе он свою чистоту, к цели поможет дойти. Время идет, а Спаситель все ждет, в сердце его ты впусти. Давайте знакомиться с теми, кто вышел вперед. Добрый день, Рашид. Рашид вышел, чтобы обновить посвящение Богу. Максим вышел, чтобы принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Пожалуйста, вот Ирина, друзья. Мы хотим вас попросить, те, кто вышел вперед, пройдите за Ириной ненадолго. У нас есть для вас подарок и церковь. Давайте проводим их аплодисментами, порадуемся за них. What, did you get something from the Word of God today? Но Божье слово сегодня полезным для вас было. Практичный. All right, Paul, come on up here. Павел, выходи. And I want Paul to dismiss us in prayer. И Павел сейчас закончит молитву, мы будем расходиться. And join hands with the person next to you. Возьмите за руку с тем, кто рядом. And let's pray for the next service. Помолимся за следующее служение. That God will touch people's hearts. Чтобы Бог касался сердец людей. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя, Господь, что Ты проговорил к нам. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты помог нам сохранить это Слово. Чтобы мы действовали, Господь, соответственно с этой Словом, чтобы наши молитвы имели силу. Благослови, Господь, наши предстоящие недели, все наши дела. Мы так нуждаемся, Господь, именно в Твоем руководстве, в Твоем благословении, во имя Иисуса. И все вместе с радостью сказали «Аминь». Еще раз с праздником, благословения вам, друзья!
Напоминаю о том, что в следующее воскресенье у нас в гостях Тони Кук. Не пропустите. Пригласите кого-нибудь с собой в церковь. С Богом, увидимся на следующей неделе. Дорогие друзья, я уверен, что вы из этой проповеди вынесли что-то очень полезное для себя. Это была потрясающая проповедь. Хочу вам сказать, что мы находимся во всех социальных сетях. Мы хотим быть вместе с вами, дружить с вами, служить вам везде, где это возможно. Ищите нас по слову IGN Church. Небольшое расписание. Завтра пастор Рик на домашней группе продолжит тему «Духовная брань». Если вы не посмотрели предыдущие записи, посмотрите их обязательно. Это очень полезно, очень интересно. В среду Кит Батлер продолжит свою тему о вере на конференции «Веры. Духовная война». В среду в 8 вечера. И важное объявление. В следующее воскресенье у нас будет в церкви особенный гость. Не пропустите. Это будет очень особенное, важное служение, и вы будете действительно благословлены. Но я вам желаю благословенной недели и увидимся.